есть две философии. Есть философия Боинга, есть философия Эрбаса. Считается, что философия Боинга для... То есть самолет Боинг для пилота, Airbus это более компьютеризированный самолет, да, там больше автоматики. Вот, считается, что он перспективней. В клубе научной молодежи «Лобачевский» продолжают осваивать психологию авиации, классическая и современная подготовка пилотов, будни экипажа на земле и в небе. Каково это быть летчиком? Обо всем гостям встречи рассказал ведущий инструктор авиакомпании «Россия», эксперт по человеческому фактору в авиации Александр Захаров. Сам пилот-профессионал, он утверждает, проблемы авиапсихологии в сущности сводятся к тому, насколько уверен в себе человек за штурвалом. Настрой связан с тем, смогу ли я это или не смогу, да? То есть это изначально. Если я чем-то занимаюсь, да, предполагается, что где-то подсознательно я уже могу это делать. А методы они просто укрепляют, они развивают опережающее мышление. То есть я еще... не в той ситуации, которая может быть, да, но я уже понимаю, что нужно делать в этой ситуации. Да? Иностранцы это называют ситуационная осознанность. Экипаж, сажая легкий самолет на слишком большой скорости для этого веса, в очень турбулентную погоду, не смог штатно задействовать систему торможения, и он полполосы протанцевал, вот так переваливался через самое колесо, у него не вышли интерцепторы, они просто забыли выпустить, поэтому они не смогли задействовать все остальные средства торможения. Проблема авиакатастроф давно в центре внимания Дениса Хамицкого, доцента физического факультета Университета Лобачевского. Он изучает материалы авиапроисшествий, занимается моделированием ситуаций, которые к ним приводят, участвует в дискуссиях профессионального сообщества. По его словам, прямое сотрудничество ученых и специалистов авиакомпаний остается недостижимым идеалом. Тем важнее возможность вынести эти проблемы на обсуждение. Тема, конечно, требует большого базиса знаний вообще, как о психологии, так и о реальных происшествиях, знаниях, отчетов. Я могу сказать, что ну, за 10 лет я там порядка 400, может быть, материалов расследований изучил как-то сам, и тогда у меня уже появилась какая-то точка зрения. Тут тяжело разобраться вот гостю, который пришел только в первый вечер. Но, с другой стороны, у нас есть тематика соответствующих дипломных работ для специалистов по инженерной психологии. Наверное, это потихонечку можно внедрять, может быть, что-то из учебных работ перейдет в полезную практику. Я думаю, что у нас вообще только все началось на пути к созданию безопасности наших полетов, как в гражданской авиации, как в пассажирской авиации, так и в грузовой авиации. И мы ищем проблемное поле для междисциплинарных исследований. Сегодня здесь те студенты, которые собрались, они задумываются о том, что, собственно говоря, они могут, какие исследования могут сделать на стыке наук, именно для того, чтобы повысить безопасность полетов. Это те, конечно, которые в первую очередь интересуются авиацией. Лично мне было интересно, мне это пригодилось, потому что я писала и курсовую работу, и практику у меня с этим связана так же, как и на данный момент. Мы много путешествуем, мы смотрим мир, и на самом деле нам, как специалистам-психологам, важно понимать, каким образом проходит отбор пилотов, каким образом они обучаются. Это очень интересно с точки зрения науки. То есть я, в принципе, возможно, буду эту тему исследовать более глубоко, потому что это важно.